По какой причине результативная часть была оглашена без прессы, несмотря на решение судьи в начале заседания? Я не могу этого сказать, ребята, но очевидно для всех, что все настолько устали. Сегодня. Так какое решение? Решение продлить срок содержания под стражей на 72 часа, то есть до 21 часа 5 ноября всего года. Но 4 ноября в 10:30 будет слушаться вопрос о задержании под стражей. То есть дело продолжится. Сейчас его отправили, здесь я думаю, что надо дать должное. Его отправили на стационар, где он находится, поскольку нельзя прерывать химиотерапию, и он там пробудет до утра после завтрашнего дня. Да. То есть он сейчас в больнице. Все, пожалуйста, покидаем.